Отец, мы благодарны Тебе за то, что наша жизнь сокрыта в Тебе, за то, что Ты являешься началом нашего бытия. Иисус, мы поклоняемся Тебе в этот день, потому что Ты есть начало и конец, потому что Ты есть Альфа и Омега. Ты солнце правды, которое встает над нашей землей. И исцеление в Твоих лучах. Ты дал нам жизнь. Ты встретил нас, идущих в ад. Ты остановил нас на путях проклятия. И Ты открыл нам свою любовь. И сказал, что вечной любовью возлюбил нас. И мы остановились. Нам никто не говорил таких слов. На нас никто так не смотрел, как Ты, Иисус. Никто нас так не обнимал, как Ты, Господь. Никто не любил. Никто так не прощал, как Ты. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за жизнь вечную, которую Ты дал нам. Ты разрушил проклятие. И в нашу кромешную тьму ворвался свет с неба. Спасибо Тебе, Господь, что хаос нашей жизни, бессмысленность нашей жизни Ты превратил в божественный порядок. Ты открыл нам гармонию. Благословение, мудрость с неба. Спасибо Тебе, что хаос закончился. И пришла мудрость с неба. Мы не знали, куда мы идем, но теперь мы знаем. Мы знаем, с кем идем. Мы знаем, куда идем. Мы знаем, откуда мы вышли. Спасибо Тебе, Господь, за эти цели. Большие и зовущие, за эти горизонты, которые показывают нам Твою программу, Твое царство. Я так благодарен Тебе, Господь, за эту церковь, за каждого человека, который находится на этом святом месте. О, Дух Святой, наполни наши сердца, ни одного человека не оставь равнодушным. Боже, пусть наступит праздник на нашей улице. Пусть, Господь, придет радость, спасение. Пусть в каждую жизнь ворвется Твоя любовь, Твоя слава, Твоя свобода. Боже, кто нуждается сегодня в прощении грехов, пусть придет оно. Кто нуждается в исцелении, исцели, Господь. Кто нуждается в восстановлении, Боже, восстанови. Мы ждем славы Твоей. Халлелуйя. Кималар махандур мешталая. Утешь, Господь, тех, кто скорбит. Дух Святой, работай сегодня. Мы не хотим мешать Тебе. Мы не хотим препятствовать Тебе. Дух Святой, дай вкусить, как благ Господь. О, Дух Святой, двигайся по нашим рядам. Аллилуйя, кинге басе грамала лабаханде леба сидели. Абабла махендар махандерьес. Помазывай слово Твое. Пусть оно приходит, Господь, в могущественном силе, в могущественной силе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, как Ты чудесен.
Мы так счастливы, что мы находимся в реальном присутствии Божьем. Он обещал в Слове Своем пребывать с нами во все дни до скончания века. И этот день не исключение. Я абсолютно убежден, если тебя гложут какие-то проблемы, если у тебя тупик в жизни, или тебе нужен прорыв, Бог для тебя приготовил все. Понимаешь, что Бог, которому мы служим, это самый великий Бог. У него вообще тупиков нет. Тупики могут быть в нашем мышлении. Проблемы могут быть в нашей жизни, но только не у Господа. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Никогда Господа не стаскивай на свой уровень. Он всегда будет Богом. Он всегда будет на высоте. Он всегда будет побеждающим, премудрым и великим. Чем стаскивать Господа на свой уровень, не лучше ли нам верою подняться на Его уровень и сказать: «Бог, Ты все можешь». Да, врачи говорят, что эта болезнь неисцелима, но Бог, Ты Лазаря воскресил из мертвых, и Ты можешь это чудо совершить в моей жизни. Да, Господь, люди говорят, что работу невозможно найти, но Бог... Человек это не может, но ты можешь. Самую высокооплачиваемую в Риге ты можешь дать именно мне. Дорогие мои, Бог наш Отец. И для своих детей Он не поскупится ничем. Он все, все может отдать. Главное, чтобы в наших сердцах жила вера. Аминь. Дорогой мой верующий, все возможно. Аллилуйя. И даже если у тебя сейчас проблема в семье, ты не можешь выйти замуж, ты не можешь родить ребенка, или у тебя жить негде, дорогой мой, Бог все может. Возложи сейчас все эти заботы на Него. Писание так говорит. Возложи и скажи: Бог, прежде всего я буду искать Царствие Твое, я буду исполняться Духом Святым, я буду проповедовать Евангелие, я буду строить Царствие Твое, и я верю, что Ты все это приложишь мне. Аллилуйя. Вознеси сейчас все свои проблемы к Богу. И скажи: Бог, я отдаю их в Твои руки. Прямо сейчас скажи: Бог, я отдаю эти проблемы в руки Твои. Я верю, что Ты можешь это сделать наилучшим образом. Я снимаю с себя всякое бремя личной ответственности. Бог, Ты лучше сделаешь, чем я. Поэтому прошу Тебя, сделай то, о чем я Тебя прошу. Проси и потом начинай благодарить. И скажи: Бог, я благодарю Тебя за то, что эти слова не будут пустыми. За то, что эти слова не пойдут в песок. Эти слова достигнут Твоего слуха. И я увижу своими глазами, как Ты осуществляешь то, о чем я прошу. Аллилуйя! Господь, я прошу Тебя в этот час... Яви славу Свою в жизни моих друзей. Яви славу Твою в жизни моих братьев и сестер. Боже, пусть дела дьявола будут разрушены в судьбах людей. И пусть Твое имя возвеличится и прославится. Господь, докажи нам, что Ты великий и всемогущий Бог. Бог, докажи, что Слово Твое верно и живо. Боже, пусть подтвердится, и печать Твоих ответов пусть придет на каждую молитву. Яви чудеса, яви знамения в нашей жизни, и мы обещаем всю славу воздать только Тебе. Аллилуйя! Ты царствуешь, Ты на престоле. Мы верим Тебе, всемогущему и великому Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты все можешь. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты управляешь всей вселенной. Ты все.